Здравствуйте, уважаемые рыболовы! В марте предоставляется уникальная возможность рыболовам половить как по последнему льду, так и по открытой воде. Но сегодня поговорим именно о рыбалке по открытой воде. В первую очередь отметим хищников – щуку и окунь, которые после зимы чувствуют настоящий голод. Они начинают активно плавать по всему водоему в поисках рыбной мелочи. У щуки в первой половине марта наблюдается приднерестовый жор. Также активизируется лещ. Шанс поймать трофейный экземпляр в марте значительно увеличивается. Леща ловим на дальний заброс на червя с дополнением мотыля и опарыша. У берега леща в марте искать бесполезно. Наблюдается активный клев густеры, уклейки и плотвы, а также голавля. А к концу месяца постепенно приходит в себя сом. Также начинает веселее хватать блесну судак. На лим в марте жадно хватает любую приманку, даже дохлых рыбешек и рыбную нарезку. На донные удочки со льда в марте улучшается ночная рыбалка на лима. Нередка поимка этой рыбы и в дневные часы. На лимы подходит ближе к берегам, предпочитая глубокие закоряженные места с галечным или песчаным дном. Карась на крупных водоемах стоит на зимовальных ямах. Его пробуем ловить фидером на червя плюс мотыль. На мелких водоемах ловим на червя или мотыля в камыше на длинную удочку от 5 до 7 метров. Имейте в виду, что в марте, когда по берегам рек начинается активное снеготаяние, вся белая рыба устремляется туда, где поступающие потоки воды несут больше кислорода и больше корма. В период до половодья по открытой воде хорошо клюют плотва, ясь, подлещик, голавль, густера, синец и уклейка. Глотнув бодрящего кислорода, рыба собирается в стаи и покидает зимовальные ямы. Ощущая приближение поры нереста, рыба начинает совершать значительные миграции в поисках корма и свежей воды. Рыбалка в марте будет успешнее в следующих местах. Итак, ниже быстрин, возле перекатов, на мелководье вблизи устьев речушек и ручьев, которые несут корм. Белая рыба иногда поднимается в верхние слои под самый лед. Особенно хороший клев в марте бывает на границе светлой и мутной воды и на отмелях. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные и интернет-магазины. Всего вам доброго!